bend you like it's on a shit. I don't give a fuck, let you talking with the money clips. Легенды играете. Погнали. Play. Что? А мне что делать? Вот нажимай на первый этот. Ты за кого? Ты за девочку, да, наверное? Ты АВД будешь, а я буду стрелочками. О, боже! О, какая крутая игра. Какая скучная игра. Что может быть скучнее этой игры? И что это за... Надо играть, потому что... Ну, Наташ! Ну, ты ж вода! Какая скучная игра. Хоть кто-то мне объяснит. Ну, тише, тихо! Я не понимаю, почему ты не можешь... А почему он не прыгает? Прыгать надо, может, наверх. Подруга, у тебя АВД. АВ. Не, ну, подожди. Ну, ты ж как-то ходила. Ну, попробуй прыгнуть. Все. Ой. Наташа. А мне теперь нельзя в воду, ты должна перепрыгнуть. А тебе можно в воду. А, ну поняла? Халява. Сюда нельзя в зеленую вообще. Зеленая это кислота, поняла? Блять, а почему нельзя? А почему вопрос? Прыгай. Вопрос у меня, Андрюш. Да, Наташ. Иди. Поднимешь, потом меня подождешь на кнопке, хорошо? Ну вот этой. Она очень легкая, Андрей. Нет, вообще. Да. Вообще нет. Плюс, если считаете, что это легкая игра. Это очень легкая игра. Смотри, минус. Минусы. Стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на Lost Team. Epic Games, Spotify, Telegram, Steam. Ты найдешь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт это Lost Team. Lost Team купить или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодный прайс, если хочешь играть. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. Ну, конечно, это тебе не Dota, не CSGO, конечно, это сложная игра. Минусы. Базара нет. Блин, почему такое неудобное управление? Ну, это чтобы два игрока играли. Сейчас, давай, подожди. Нажимай на кнопочки. А я быстрее! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Еще такая игра легкая. Она для кого создана-то? Бля. Промазала чуть-чуть. Дальше очень тяжело. Вот я о том же. Да это фигня вообще. Ты что, я во всякие разные игры играю. Ну поэтому ты дохнешь сейчас каждую секунду, когда ты говоришь. Андрей? Чего? Андрей? Чего, Наташ? Андрей? Андрей? Да, Наташ. Че смеешься-то? Я сейчас умру, и мы начнем заново. Я же не дошел еще. Я специально вырубил вроде. Так я не дошел еще до кнопки. Зачем нахер ты рестартнула-то? Зачем ты рестартнула-то? Я не рестартнула. Ты ретрай левел нажала. Так я же умерла. Ты не ум. Ты могла не умереть. Давай так. I can't say. Не рестартила она, говорят. Ой, сорян. Как тебе играется? Как тебе нравится играть? Да, очень-очень. Андрей, вот признайся честно. Ну? Андрей? Да, Наташ. Андрей? Наташ, я слышу, я сбоку от тебя сижу. Андрей? Да, Наташ. Андрей, у меня проблема. Что? Андрей, у меня проблема. Чё, Наташа? Что случилось? Что случилось? Не, ну скажи. Отключи, хочешь микро отключи. Наташ, ну реально. Наташ, что случилось? А как мне пройти туда? К воде? Ты чё? О май гад. А как мне туда к воде пройти? Ла-ля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 . Никак. Никак, Наташ, надо умереть. В игре. Наташ, что ты хотела сказать?
Так, сейчас угадайте, что я напеваю, какую песню. Андрей, ты знаешь? Да. Ну-ка. Ой. А как в этот полный экран сделать? А. Блин, как это старая песня русская какая-то. Напомните, пожалуйста. Земфира бесконечность. Нет, нифига. Угу. Нет. Угу. А я подумал другую песню. У-у-у. Нет, не про Земфиру, ребят, это группа какая-то. Алды тут. Нет. Алды, да. Нет. Аукцион, нет, вот, нет, аукцион, нет, это группа. Все, аукцион, все, все, красавцы. Нет, да. Нет, ты че? Аукцион, это? Да. Это легенда Земфира. Ты не шаришь за легенду. Ты не шаришь, хотя ты меня старше, ты не шаришь за эту группу. Это как-то это невозможно. Ты не шаришь за легенду. Я шарю за Земфиру, но... Я подумал про другой трек просто. Ну подумай, пожалуйста, про другой. Ну что ты хотела сказать-то? Не. Ай! Нет, надо тебе туда. Зачем оно? Ну потому, чтобы меня сайвануть. Может, не надо? Может, все-таки не надо? А я не смогу запрыгнуть, Андрюш. Сможешь. Да, да тихо, тихо, тихо. Вот не ссы. Блядь. Чё, когда мне надо было её отпускать? Не, всё, всё норм. Я просто не знаю, как мне теперь... А, всё. Да всё, иди да уже. Да не ссы. Андрюх, не ссы. Да не ссу? Да, Андрюх. Всё, чики-пуки, всё решим. Вебка. А. Это шутка была такая специальная. А, вебка? Чтоб тебя забайтить, да. Да. Это они специально тебя обманывают. Прости меня. Прости меня. Прости меня, пожалуйста. Ты прости меня. Спасибо. Будь здоров. Спасибо. Будь. Ну и что за хуй мы играем, Андрей? А мне нравится. Ну ладно, нормальная игра, суперская, мне нравится, честно. Игра офигенная. Будь, спасибо, 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 спасибо. Я тебя спасаю. Да, спасибо. А-ля-ля, улю-лю, улю-лю, прыгай уже, улю-лю. И часто ты играл в такую игру в детстве? Постоянно играю, до сих пор. Играю в плане в детстве. Один? Да, за двоих. Ну, не, когда кореша приходили на хату, играли вдвоем. Ой, у меня залагало. А, этот умер? Да. Что донаты? Что донаты? Что донаты? Что донаты? Вот оно, одиночество. А, там донаты. А, бля, там донаты.